ще таку надію вселяє в нас російська сторона. Про це далі будемо в тому числі говорити із російським правозахисником. Марк Фегін вже з нами на зв'язку. Марк, добрий вечір. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Як мене чути? Да, я вас слышу, рад приветствовать. Отже, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи можливі найближчим часом якісь внятні відповіді з російської сторони на українські пропозиції щодо мирних угод? Чи поки вони не спробують реалізувати так звану другу фазу наступальної операції, оці переговори, вони будуть залишатися лише ширмою? Як ви думаєте? Ну, я так и думаю. Я считаю, что... Ну, я вообще скептик относительно, во всяком случае, на этой стадии возможности каких-то договоренностей, потому что Москва — это же не Лавров и там даже не Кадыров, это Путин. Вот. От Путина мы реакции не слышали относительно предложения Украины и согласия хотя бы принять какой-то предварительный план, хотя бы прекратить огонь или хоть что-нибудь. А все остальные, которые комментируют, ну, во-первых, это взаимопротиворечивые зачастую комментарии, послушаем Мединского или послушаем Кадырова, и, в общем, можно понять их так, что никакого единой позиции нет. Позиция эта есть у Путина, и она неизменна. Он желает капитуляции Украины, и все, что он делает, направлено именно на это. Переговоры зачастую идут, ну, так, полноценно 3 недели. Я вас уверяю, что с точки зрения дипломатического результата, вообще переговорного результата, достаточно было бы пары дней. Пара дней. Если ты не хочешь ни о чем договариваться, а хочешь водить людей за нос, то ты будешь как раз 3 недели, значит, обмениваться таблицами разногласий. Вот мы уже продвинулись, вот мы услышали. Я в этих комментариях, особенно Лаврова, знаете, что услышал? Он говорит о внеблоковом статусе, нейтральном статусе Украины, ее безъядерном статусе, не вступлении в НАТО, как уже отдельно решенном, понимаете? Вот уловите эту интонацию. Он не говорит об этом, что это требует каких-то ответных действий, ответных договоренностей, продолжения диалога и в конечном итоге закрепления результатов этого обмена на высшем уровне, встречи первых лиц. А я такого не слышу. Они так говорят, ну вот, вот уже Украина признала... Вот уже Украина осознала, чего она осознала, чего она признала. Я напомню, что украинская сторона говорила, что это еще потребует референдума со стороны Украины, то есть граждане будут решать, голосовать ли за этот внеблоковый статус, за все остальное. Это вообще нерешенный вопрос. И мне кажется, что Москва собирается цепляться вот за эти вещи, продолжать военную операцию, если она будет складываться, ну, хотя бы нейтрально, хотя бы позиционно, да, значит, без серьезного движения туда или назад, а постоянно теперь настаивать на том, что вы же письменно представили нам свою позицию, которая предполагает принятие на себя обязательств по внеблоковому статусу, а не важно, что мы ничего не подписали. Под пистолетом подпишите все, что угодно. Поэтому я, честно говоря, как и раньше, считаю, что единственное, что остановит войну и в конечном итоге вынудит Путина подписать соглашение, это военное поражение. Военное поражение, которое возможно, и оно не исключено, оно вполне себе возможно. Причем это не обязательно, что все войска российские будут выгнаны с территории Украины. Да? Речь идет о каком-то существенном, публичном поражении, которое будет для всех очевидным. Вот, там, не знаю, освободить обратно Херсон или что-нибудь в этом роде. Вот, вот тут уже возникнет вопрос уже, а для чего мы это все продолжаем? И оно может возникнуть как раз среди военных, которые, ну, явно демонстрируют желание как-то это все закруглить, как-то это завершить историю. Вот я это улавливаю в заявлении Фомина, замминистра, он член делегации российской на переговорах. И в Стамбуле он был, комментировал относительно существенного снижения, значит, активности на направлении Киев-Чернигов, да? Поэтому я вполне допускаю, что продолжается игра, вот этот развод со стороны Москвы, прежде всего Путин, потому что он все решает, в надежде на то, что будет достигнут какой-то локальный военный успех, а может быть и глобальный военный успех на фронтах, там, ну, хотя бы в зоне ООС, там возьмут Мариуполь или что-нибудь такое, чтобы продолжать диктовать условия с позиции силы. И это лишнее свидетельство тому, что сразу со старта они оговаривают. Ну, вопрос с Крымом и Донбассом решенный. Кем он решенный, когда он решенный, вообще непонятно. Но они, как заговоренные, это повторяют, и я уверен, что это фраза самого Путина. Это все решенное, мы это выносим за скобки. А что тогда мы обсуждаем? Да? Ну, то есть я все-таки склонен скептически оценивать пока, во всяком случае, на этой стадии перспективу.
Але з іншої сторони, ми побачили реакцію всередині самої Росії на ці переговори, і там фактично вони вже назвали російську делегацію зрадниками, і там дійсно розгорівся, що так можна сказати, там скандал не скандал, але вони там навіть матами їх почали крити в соцмережах і так далі. Тобто, можливо, навпаки, це була така спроба, в тому числі Путіна, знаєте, якось так промацати під ґрунтя, щоб зрозуміти, як взагалі будуть реагувати всередині Росії на от таку от умовну якусь там дипломатичну історію. И это тоже, а почему нет? Вполне себе такая, знаете, фокус-группа из 140 миллионов человек. Другое дело, что он их все равно не спрашивает. Конечно, ему интересно, важна, она учитывается, эта реакция. Но принимать решения будут, не исходя из споров в соцсетях. То, что их называют зрадники, так ему не жалко. Мединский кто это такой? Это абсолютная пешка, ну, сошка, так сказать. Надо будет 10 раз поменять руководителя делегации или там представителя внутри нее. Его не жаль. Его репутация ничего не стоит. Нулевая. Он в аппарате не стоит высоко, так же, как и Слуцкий. Это вообще, по-моему, кретин законченный. Вот. Их специально поставили для того, чтобы можно было их слить. Да, сказать, ну что вы хотите от идиотов? Ну вот они вот так вот, такие заявления наделали и так далее. Я такое наблюдал много-много-много раз. Поэтому он, конечно, вероятно, и его окружение хотят потестировать, посмотреть, какая будет реакция. Но решение будет приниматься не исходя из этих реакций. Вот это тоже важно понять. Путину нужна очевидная победа. Победа может считаться только исключительно капитуляцией Украины. Все остальное может трактоваться по-разному, понимаете? И только... В одном единственном случае он реально пойдет на какой-то компромисс, это если будет военное поражение. Если, да, российские войска на каком-то из фронтов, их не один, да, ну, как бы, если театр военных действий представить, сокрушительное поражение потерпит. Тогда, конечно, а что делать-то тогда? А заява ось Ердогана про те, що він бачить там якісь позитивні сигнали для зустрічі Зеленського і Путіна, як ви думаєте, це скоріше спроба видати бажане за дійсне? Знаете, на таких уровнях, да, есть такие маневры разные, словесные, фигуральные, да, которые, ну, как бы вам сказать, вот он сказал, что позитивно относится, ну, вроде как и неудобно негативно отнестись, Эрдоган же уже озвучил, он хочет подтолкнуть к тому, чтобы Москва, потому что Зеленского уговаривать не надо, что Зеленского надо сильно заставлять согласиться на встречу в Стамбуле с Путиным, ну, нет же, правильно, речь идет исключительно о Москве, направлены все эти заявления в сторону Москвы, в сторону Путина. Может быть, Путин, он же кивает, конечно, ему Эрдоган звонит по несколько раз, но на самом деле это не означает ничего. Поэтому комментарии Эрдогана, они выдают больше желаемое за действительное. Вот я бы так сказал. Ну, і от Захід дуже скептично оцінює зараз ці переговори. І, зокрема, у Сполучених Штатах заявили, от я зацитую, незрозуміло, чи переговори не є чимось іншим, ніж димовою завісою для Росії. І от в цій же заяві Штати, їхні союзники, в кінцевому підсумку було заявлено, що навряд чи запропонують Україні такий тип юридично зобов'язального захисту, про який вона просить. Ми бачили позицію Туреччини, Британії, Німеччини з приводу тих гарантій, яких зараз просить Україна, так, да, в рамках цієї мирної угоди. Але от всі вони дуже акуратно стосуються якраз так званого п'ятого пункту НАТО про колективну оборону. І от ми розуміємо, що з цим там поки дуже обережні. То як ви думаєте, на Заході теж ось цей план України, ось ця мирна угода України не буде фактично сприйнята? Ні, на Заході вони якраз вполне себе, я думаю, вони даже согласовували це з Зеленським, ну, окремі країни США наверняка, вот такой мирний план, гарантів, які виступять. А проблема заключається, що в числі гарантів числиться Росія, в частності. Я маю на увазі інше. Маю на увазі, що ти бачите, навіть зараз західні країни, вони так само не поспішають із заявами, що дійсно ми готові зробити те, про що йдеться в цій мирній угоді. Тобто, фактично, ця мирна угода, навіть якщо уявимо там з якихось обставин, буде погоджена з російською стороною, вона ж неможлива без того, якщо західні партнери не дадуть нам ті гарантії безпеки, яких ми зараз потребуємо. Не, зря вы так говорите. Некоторые из западных лидеров звонили Путину и Зеленскому. Марио Драги, например, звонил из Италии. Британцы звонили, и они уже публично заявили, что готовы взять на себя эту миссию, если договоренности будут достигнуты. Нет, почему? Как раз-таки эти 8 стран, они по преимуществу все согласны. Вы считаете, что они будут действительно готовы там умовно воевать за Украину в случае новой агрессии? Ну, как минимум, они готовы участвовать в мирном соглашении. Это уже немало, понимаете? Уж как там дойдет до агрессии, что там дальше будет? Давайте сначала, чтобы уж заключили такую договоренность и взяли на себя эти обязательства. Обязательства на себя взять они готовы.
Будут ли Але они бачите, вони дуже акуратно говорять про цей п'ятий пункт, ну, альтернативу п'ятому пункту статті НАТО. Если не будет соответствующего пункта в этом соглашении как раз о гарантиях этих восьми стран, то тогда зачем вообще нужен тогда этот соглашение? Ну так, власне, про це это бумажка просто, которая подотрется Путин на утро и опять начнет вторжение. Поэтому да нет, конечно, речь идет о согласованном плане, этот с Западом согласованный план. Я думаю, что администрация Зеленского по нескольку раз договаривается, возможно, приезд Байдена и встреча его с... по-моему, Кулеба и Резниковым, возможно, обсуждали и эти вопросы тоже. Но проблема не в них во всех, не в Западе, не в Киеве. Проблема в одном человеке, в Путине. Понимаете? А я считаю, что Путин на это не пойдет. Я объясняю, почему. Потому что среди этих восьми стран еще и Россия числится в качестве гаранта. Только она там одна. Все остальные – это либо члены НАТО, да, страны, что Британия, что Америка, что Турция, что Италия. Либо там, ну, в общем, в основном недоброжелатели Путина. Он в меньшинстве явно. Поэтому я считаю, что он на такой план не пойдет. Ну, от якщо дійсно зараз там російська сторона, в принципі, ми там в цьому не маємо сумнівів, сприймає ці переговори як димову завісу, то для того, аби проводити ну там військові маневри, скажімо так, і якщо ось ця друга так звана фаза російського наступу зараз не здійсниться, а її метою є вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської області. До речі, подейкують, що начальник Генштабу Герасимов пообіцяв Путіну такий результат за 3-4 дні після старту цієї другої фази. А як ви думаєте, що буде далі в такому випадку, якщо ця операція провалиться, вже друга фаза, Путін піде на те, щоб вивести свої війська на позиції до 24 лютого, чи в такому випадку він скоріше вдасться до свого, ну такого вже останнього аргументу у вигляді ядерної зброї? Ну, во-первых, эта информация пока никак не подтверждена, что Герасимов взял эти 3-4 дня. Да, есть такие инсайды, да, ну, проверить, как проверишь, да, никак не проверишь. Я подозреваю, что Путин собирается и дальше, во-первых, воевать, вне зависимости от исхода. То есть удастся за этой второй фазой за 3-4 дня достигнуть результата, не удастся, он собирается воевать. Мне кажется, это главная его позиция. Пока не будет достигнут значимый результат, который позволяет надавить на Украину и добиться всего, что они изначально заявляли. Это не только нейтральный статус, это не только демилитаризация, это не только отказ от вступления в НАТО, но признание Крыма российской территории, признание Донбасса в границах Луганской и Донецкой области независимыми. И, по сути, они не проговаривают, но, я думаю, предполагается, что какие-то части войска в виде баз они хотят оставить где-нибудь на Харьковщине, еще где-нибудь. Я думаю, что скорее об этом идет речь. Вот. А может ли он применить ядерную сброю? Ну, знаете, никогда не говори никогда. Мы имеем дело с полоумным, тем более сейчас вот опубликовано расследование, что у него явно какое-то и последствия раковых заболеваний или сопровождающихся, еще неизвестно, насколько он адекватен. Поэтому я вот тут, знаете, не возьмусь ни о чем судить. Надеюсь, что ему не дадут этого сделать, поскольку это не единоличное решение, но тем не менее. Значит, есть ли у него какой-то запасной план Б для Киева и Чернигова, скажем так, откуда войска реально как-то отводятся, то ли перегруппировываются, то ли ротируются, мы не понимаем до конца. Но я бы этого не исключал, что какой-то план Б есть, но это совершенно не обязательно, это использование ядерного оружия, удар там по Киеву, атомной тактической зарядом, я не думаю так, да, но все возможно. Ну, ядерну зброю, скоріше, Путін вже буде припасати для західних країн, ну, скажімо так, якщо нічого в нього не вийде в Україні, і він спробує все ж таки втягнути в цей конфлікт і інші країни, зокрема представників НАТО. Ну, его же бомбами забросают, вы понимаете, ракетами с ядерными боеголовками, там от России останется только одно пепелище. Я что-то сомневаюсь, что он решится на такое, чтобы Варшаву бомбить. Но угрозы раздавать, шантажировать, это в его стилистике, это он будет наверняка. Вот от этого он точно не откажется. Ну, Лавров, до речі, сьогодні вже знову там в черговий раз в Кремлі змінили таку аргументацію і пояснення початку цієї війни проти України. І от зараз він, Лавров, пов'язав початок цієї війни вже не тільки там з вступом чи не вступом України в НАТО, а й загалом із питанням світобудови, як він каже, це там я цитувала цих два слова, питання світобудови. А як ви вважаєте, це вже претензії кому і які? Слушайте, они каждый день что-то выдумывают, понимаете? Пытаться объяснить их меняющееся поведение и такие же заявления – труд напрасный. Потому что ну, мы видели 5 или 6 уже, по меньшей мере, версий. Тут надо посчитать, посмотреть, какая, с какой согласуется. Вы знаете, Лавров, он же ведь работает не как дипломат, он пропагандистом работает.
Поэтому воспринимать надо все их инвективы, которые в адрес Украины и Запада летят, только исключительно вот с этой точки зрения. Он работает как, ну, как пропагандист, как второй муж Скобеевой, понимаете? Вот у них тройка там такая с Поповым. Вот они и работают так, поэтому не стоит уже сейчас обращать внимание. Важно, что говорит Путин. Путин заявил, что санкции были бы все равно. Война не война, а типа Запад воюет с Россией, поскольку хочет ее там переделать и так далее. И вот это является определяющим. То есть он противостоит Западу по самым главным идеологическим основаниям. Вот так. Ну і ще сьогодні така новина, яка прийшла сьогодні 1 квітня і почався весняний призов в Росії. І згідно з цим планом до 15 липня до рядів армії мають вступити майже 135 тисяч росіян. Водночас, як повідомляють в Центрі протидії дезінформації нашому, все більше російських юнаків призовного віку шукають спроби уникнути служби, а на гарячій лінії Комітету солдатських матерів зростає кількість запитів там щодо альтернативної цивільної служби і таке інше. От ви, як правозахисник, як можете оцінити цю ситуацію? Чи дійсно от, є зараз передумови вважати, що там значна частина ось цих призовників знайдуть спосіб, як не потрапити до лав російської армії? Чи все ж таки це неможливо? Во-первых, они то и дело заявляют, что призывников не будут использовать для участия в спецоперации, так называемой. А я уверен, что наоборот, их использовать обязательно точно будут. Уклонисты будут, но только сейчас ответственность будет гораздо и гораздо строже. И поэтому многим не удастся уклониться, я считаю, из этих 137 тысяч. Вот. Реально они могут как минимум половину этих призывников точно собрать. И какая часть из них будет брошена через пару месяцев, их надо подготовить, по уму-то вообще надо 6 месяцев, там курс молодого бойца, там много чего, будет брошено на восток, ну, имеется в виду, точнее, на запад, в Украину, судить пока никто не возьмется. К сожалению, я вот должен идти, у меня эфир начинается на моем канале, сами знаете, там такое творится. Ну уж извините, не могу нічим більше допомогти. Дякую, дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, Марк Фейгін, російський правозахисник, був з нами на зв'язку.